Так, добрый день всем. Сегодня у нас снова наши любимые давние гости, одни из самых часто снимающихся в наших роликах. Сегодня к нам приехали Перчик и Карри и Виктория. Хозяин сегодня на работе, как Виктория сказала. Вот приехали на плановый осмотр. У Перчика есть такое заболевание, генетическое заболевание, черный акантоз такс, который нуждается в системном, постоянном лечении. Поэтому сейчас он на плановом осмотре, назначим ему препарат и в дальнейшем только хэппи-энд. Вот так. Поэтому вот такая наша сегодняшняя история. Так, наши друзья сегодня не просто так к нам пришли. Сегодня как раз Виктория, Перчик и Карри, миллионный наш пациент. Поэтому сегодня все услуги практически бесплатно. Вот такие бонусы и льготы у нас есть. Поэтому следующий миллионный пациент тоже будет с таким большим бонусом. Да, спасибо. Гости идут домой. Так, покажем. Вот такие красавцы все. И ожидаем их снова в следующей истории. Ох, у нас там кошка под машиной, поэтому Карри хочет ее съесть. Да, спасибо. Спасибо большое. Да, до свидания. Всего хорошего. Спасибо. Так, покажем еще раз автомобиль, в котором наши пациенты приехали. Вот у них специальная там такая приспособа, или как это назвать, не знаю. Автогамак. Мне тут подсказывает Виктория, в котором они сейчас поедут домой.